можете рассказать, да? Хорошо. Я представляю Тинькофф Банк. Предлагаем вам кредит на карту Тинькофф Платинум с кредитом до 700 тысяч рублей, беспроцентным периодом на покупки до 50 дней и рассрочка магазина «Фордюс» на срок до 12 месяцев. Как вам такое предложение? Интересно было бы? Не знаю. Скажите, есть ли у вас кредит или кредитная карта в другом банке? Не помню. В случае, если вы имеете какой-то другой кредитный продукт в другом банке, то есть вы можете воспользоваться услугой, которая позволяет вам погасить кредит в другом банке. Она называется перевод балансом. То есть данная услуга позволяет погасить задолженность в другом банке за счет средств нашей карты. Первые 120 дней не платить процентов. То есть процент вам будет начисляться с 21 дня на остаток задолженности. Как вам такое предложение? Интересно? Честно говоря, не понял его. Ну, то есть, если у вас есть кредит в другом банке, помимо Тинькофф банка, вы можете воспользоваться услугой перевод баланса по карте кредитной Тинькофф Платинум. То есть, данная банковская услуга позволяет вам погасить кредит в другом банке и первые 120 дней не платить процентов. Затрудняюсь сказать. Ну, вы можете подумать. Скажите, как я могу к вам обращаться? Я не хочу, чтобы вы ко мне обращались. Хорошо, я могу к вам не обращаться, но в данном случае, если вас интересует такое предложение, можете оставить заявку на сайте tinkoff.ru или перезвонить нам на горячую линию Тинькофф Банка. Скажите, а пользовались когда-либо рассрочкой? Ну, лет, наверное, 20 назад, да. Хорошо, тогда вы уже знаете, что это очень выгодный инструмент в оплате крупных покупок. По нашей карте вы сможете осуществлять покупки в рассрочку и не переплачивать проценты банкам сроком до 12 месяцев, в зависимости от магазинов партнеров. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на наше предложение. Также вы будете получать начисление бонусов за любую покупку 1% и до 30% товара определенных категорий. А накопленными бонусами можете компенсировать покупки в определенных категориях, это кафе, рестораны или железнодорожные билеты. Как вам такое предложение? А не подскажете, а сим-картами с бесплатными смс у вас нету такого? А сим-карты с тарифами, с бесплатными смс-ками у вас нету такой услуги? Есть там такая, то есть карта, это нужно зайти на сайт Тинькофф Банка и можете воспользоваться. Есть там сим-карта, да, у нас даже. Она включает в себя две карты, но это я сейчас не могу вам про это предложение подробно рассказать. А можете тогда отправить ссылочку на вот этот телефон по смс? Либо WhatsApp, как вам удобнее. У нас нет такой возможности, то есть мы ее не имеем. Я могу только вам озвучить предложение, и мы можем с вами договориться о перезвоне. Если хотите, я могу вам перезвонить, когда вы более подробно ознакомитесь с вами с этой информацией на сайте. Вот, для того, чтобы еще раз, то есть, ну, уже вы смогли ответить, принять решение, хотите вы воспользоваться этой картой или нет. Как вам будет удобно? Какой картой, не совсем понял? Я предлагаю вам кредитную карту Тинькофф Платинум. Кредитная карта. А то есть я предлагаю вам заполнить заявку, чтобы банк мог предоставить вам карту с уже сформированным тарифным планом предложением, после чего вы могли бы ознакомиться с этим предложением, готовым от банка, посоветоваться с близкими или родными, друзьями и уже принять решение, как использовать вашу карту. То есть совершать покупки экономик с помощью бонусных программ или совершить перевод баланса и получить свою выгоду с перерасчетом процентов. Что скажете, готовы? А не подскажете, какой процент при оплате на сайте, не, в отделении банка в пользу юридического лица, который в Беларуси находится рублями, вот какой будет процент? Ой, у нас такой, мы сейчас с юрлицами,
только перевести вас на специалиста, который вам более подробно подскажет. Оставайтесь на линии, если вам сейчас удобно, а я вас переведу, хорошо? Можете мне смс-кой прислать эту информацию? Просто мне сейчас неудобно. Нет, нет такой возможности у меня. Я могу вам только озвучить предложение по кредитной карте. И могу перевести вас на другого специалиста, который вам подскажет. Ну, тогда нет, тогда нет такой возможности сейчас. Если вы не готовы, тогда нет такой возможности. Я, к сожалению, не располагаю таким возможностями. Скажите, а по этому предложению оно вас заинтересовало? Хотели бы воспользоваться? Вы являетесь гражданином Российской Федерации? Какое предложение? По кредитной карте Тинькофф Платинум, которую я вам озвучила. Ну, не знаю, не понял, честно говоря, что-то вы много что-то рассказывали, не понял, в чем смысл. Ну, это и перевод баланса, то есть, чтобы погасить задолженность в другом банке, у вас есть такая возможность. Воспользоваться услугой перевод баланса. Это я в самом начале сказала. Дальше мы с вами говорили про рассрочку, то есть, вы можете воспользоваться по нашей кредитной карте, то есть, чтобы не переплачивать банковым проценты сроком до 12 месяцев. И начисление бонусов за любые покупки, которыми вы можете компенсировать часть стоимости железнодорожного билета или оплату счета кафе в ресторане, то есть кафе или ресторана. Скажите, в целом заинтересовало вас такое предложение? Ну, мне кажется, что сейчас везде так, не знаю, как бы и без этого жил, и как бы и все нормально будет. Если нет вопросов, благодарю вас за уделенное время. Всего доброго, до свидания. До свидания.